Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить все лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента для того, чтобы у вас было больше информации для принятия торговых решений. Ну что ж, сегодня в центре внимания трейдеров заседание Банка Англии, на котором, как ожидается, британский регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов. В 14.00 по московскому времени решение по ставке будет принято. Через полчаса после этого в 14.30 состоится пресс-конференция главы Банка Англии Эндрю Бейли. Соответственно, если вспомнить, как мы начинали эту неделю, я обещал вам, что, возможно, стоит подключить к нашему ассортименту торгуемых инструментов еще и британскую валюту. Предлагаю это сделать, друзья. Сейчас пара фунт-доллар котируется на отметке 1.2150. И в качестве цели на текущую торговую сессию и, скажем так, до конца недели еще в свете завтрашнего релиза по Non-Farm Perils, я предлагаю замахнуться на уровне 1.2250. Это как раз значение, которое предполагает рост британской валюты примерно на фигуру с текущих значений. На что опирается идея роста британской валюты? Это, опять же, ожидание, что Банк Англии повысит ставку на 50 базисных пунктов, что станет самым агрессивным темпом ужесточения монетарной политики с 1997 года. Буквально до вчерашнего дня на рынке были еще надежды тех, кто считал, что, возможно, Банку Англии не стоит торопиться, столь агрессивно наращивая ключевую процентную ставку, и можно отделаться повышением на 25 базисных пунктов. Эти надежды были связаны с выходом потенциально сильных данных по активности в сфере услуг британской экономики. Это сфера, которая генерирует более 70% экономического роста английской экономики. Но данные разочаровали. Вместо прогнозируемого роста мы увидели снижение индекса активности в сфере услуг с 53,3 до 52,6. И, к сожалению, тенденция нисходящая выдерживается уже в течение длительного периода времени, что явно свидетельствует о том, что этот сектор постепенно приближается вот к зоне 50, которая отделяет восстановление от стагнации. И, возможно, при текущих темпах роста инфляции этот индекс, так же как и промышленной активности, окажется уже далеко в зоне ниже 50, что станет якорем в целом для британской экономики. В связи с этим, я думаю, что, опять же, опираясь на эти цифры, мы можем предположить, что британскому регулятору все-таки нужно активнее сейчас вмешаться в происходящее. И если источником всех бед является инфляция, я в этом не сомневаюсь, нужно решать прежде всего эту проблему. Ну, то есть где-то мы это уже слышали, то есть эта риторика абсолютно идентичная тому, что отмечал председатель Федрезерва Джером Пауэлл. По поводу британской валюты, я думаю, что цель ясна. Если ставку повысить на 50 базисных пунктов, первая реакция может предполагать, друзья, активный рост фунта. Поэтому давайте ждать, как эта идея себя покажет и отработает. Индекс американского доллара, постепенное восстановление продолжается. Долгое время из последних торговых сессий мы с вами обсуждали те решения, которые будут приниматься Федрезервом непосредственно до конца этого года на заседаниях в сентябре, в ноябре и в декабре. И в качестве такого сухого остатка пришли к выводу, что если ФРС объявил войну инфляции и готов поступить с темпами экономического роста, то я не вижу каких-либо причин сейчас, чтобы американский регулятор ни с того ни с сего сменил вектор своего движения и решения по ставке, отказался от того, что было анонсировано ранее. Поэтому я остаюсь приверженцем того, что ФРС будет повышать ставки и дальше, и на этом фоне американская валюта продолжит расти. У нас периодически появляются индикаторы, которые являются предвестниками того, что инфляция остается на высоких значениях. В пятницу прошлую это был индекс расходов на личное потребление. Другим индикатором такого общемирового характера является
решения регуляторов других, не только американской экономики, Резервного банка Австралии, Резервного банка Новой Зеландии, Банка Англии, Банка Канады, которые, публикуя решение по процентной ставке, пересматривают прогнозы по инфляции. И все они, как один, отмечают, что инфляция к концу этого года вырастет еще от 1 до 1,5%. То есть реальные пиковые значения по индексу потребительских цен еще впереди. Я почти уверен, что Соединенные Штаты Америки не станут исключением. Ну, с чего бы? Соответственно, инфляция тоже достигнет пиковых уровней к концу этого года. Мы будем к этому готовы, потому что заранее ставим на дальнейший рост курса американского доллара. После каждого заседания американского регулятора мы обычно переключаем свое внимание на комментарии представителей Федрезерва, которые имеют отношение к непосредственно комитет управляющих, и это люди, которые в целом ответственны за принятие решения по процентной ставке. Так вот, за последние два дня у нас была возможность послушать главу ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, главу ФРБ Кливленда Лоретту Мейстер, которые отметили, что за то, чтобы ставка выросла еще в диапазоне от 50 до 75% на сентябрьском заседании. Потому что, по их мнению, инфляция еще не достигла своих пиковых уровней, как я только что отметил, и нет никаких признаков того, что она замедляется. Кстати говоря, сразу же после этих комментариев, если анализировать ситуацию по ставке на основании инструмента FedWatch Чикагской биржи, который, в принципе, дает нам оценку вероятности изменения ставки в будущих периодах. Так вот, этот индикатор сейчас указывает на то, что вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре выросла с 20% до чуть выше 40%. И что-то подсказывает мне, друзья, что после выхода данных по Non-Farm Payrolls эта вероятность станет еще выше. На стороне доллара остаются также опасения мировой рецессии, скажем так, и роста дипломатической напряженности. Учитывая, опять же, очень свежую, скажем так, историю отношений Китая и Тайваня после визита на этот остров лидера палаты представителей Нэнси Пелоси. И, конечно же, в мире происходят странные вещи сейчас, если оценивать общую геополитическую обстановку и такие, ну, региональные конфликты, которые были в заглушенном состоянии, а сейчас, вот, соответственно, как нарывы вскрываются и подсвечивают, что не все спокойно, и никто не знает, что будет дальше. В этой связи я рекомендую вам ни в коем случае не отказываться от покупок доллара, а если вы будете ставить на укрепление отдельных рисковых инструментов, то это должны быть только лишь краткосрочные торговые истории. Евро против доллара 1.0162, европейская экономика скатывается в рецессию, мы евро шортим и зарабатываем, друзья. Розничные продажи в Германии снизились на 1.6%, годовой спад 8.8%, это хуже некуда, это исторический прецедент. Индекс активности в промышленном секторе еврозоны в целом 49,8 с 52,1 в прошлом месяце. То есть промышленность ушла в зону стагнации, это зона спада, которая подчеркивает неизбежность рецессии. Розничные продажи по еврозоне в целом тоже отрицательное значение, минус 1,2%. И после таких данных, а также того факта, что вот-вот может произойти то, что не должно было случиться в нормальном мире, это еще больше ухудшение отношений между Россией и Европейским Союзом и полное отключение ЕС от поставок российского газа, то тогда, по версии экспертов, европейскую экономику ожидает кризис масштаба 2008 года и даже хуже. Morgan Stanley вчера понизили прогноз роста евро-доллара, точнее пересмотрели прогноз. Раньше они ожидали, что все-таки пара завершит этот год выше паритета, сейчас их цель уже ниже паритета 0,97. Австралиец против доллара 0,6957, пока что еще держим лонг, цель у нас 0,70-0,7050. Реакция на повышение ставки все-таки пусть и с лагом небольшим, но должна себя проявить. Рынок нефти 96,94, сегодня можно вернуться к заседанию ОПЕК и уже обозначить выводы, что страны ОПЕК плюс согласовали символичное, можно сказать, даже ничтожное повышение нефтепроизводства на 100 тысяч баррелей в сутки. Это капля в море, это точно тот объем, который не покроет дефицит, который по версии самих же стран ОПЕК+, до конца этого года может превысить 1 миллион баррелей в сутки. И если мы опять же копнем глубже, мы поймем, что даже несмотря на имеющие место быть квоты по тому, сколько страны должны добывать нефти в мире, страны ОПЕК+, то эти квоты не соблюдаются, не выполняются. И на данный момент
страны ОПЕК плюс отстают от заявленного уровня нефтедобычи почти на 3 миллиона баррелей в сутки. Отсюда вот и накопленный такого масштаба дефицит. Я думаю, что решение ОПЕК в конечном счете не повлияет на долгосрочные ожидания обычаи по рынку нефти. Соответственно, более того, оно будет использовано как еще один фактор потенциальной поддержки. Вчера, кстати, после заседания ОПЕК нефть действительно выросла. Но после того, как вышли данные по запасам, сообщившие о том, что запасы нефти США выросли почти на 4,5 миллиона баррелей, рынок ушел в медвежью зону. Поскольку Brent все-таки не удержался выше 100 долларов за баррель и сегодня котируется уже ниже, это, по сути, минимальные показатели и уровень поддержки. Можете дневки посмотреть, значения, которые неоднократно тестировались в рамках этого года. Я принял для себя решение пока что нефть оставить в покое, потому что рассчитывал на то, что мы уже будем выше 100 долларов за баррель. Но поскольку рынок еще сомневается и не уверен, расти или падать, я предлагаю, друзья, вам тоже дождаться более интересных фундаментальных оснований и более уверенных позиций доллара. Вот когда Brent точно закрепится выше 100 долларов за баррель, будем искать точки входа на дальнейший рост. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!